Здравствуйте, добрый вечер. Проверка связи. Поставьте, пожалуйста, плюсы, кто меня слышит. Все хорошо, отлично. Так, по поводу вопросов, пожалуйста, в конце презентации. Итак, для начала хочу представиться. Для тех, кто меня не знает, меня зовут Азамат Куанышев. Я из Казахстана. Я являюсь партнером компании Access. Компания Access официально зарегистрирована в США. Компания легальна, платит налоги. В следующем слайде я хочу показать главный офис компании. Находится он в Миннеаполисе. Как вы видите, это скриншот, сделанный в Google Maps. Далее я хочу показать технологический офис компании. Находится он в сердце, так сказать, среди таких компаний, гигантов, весьма узнаваемые в мире, в Калифорнии. В этом офисе выпускаются продукты Access, создаются. Цель компании – стать номер один, провайдером номер один в сфере интернет-рекламы, интернет-услуг, мобильных услуг для малого и среднего бизнеса. Теперь хочу рассказать историю Access. Основатель компании, зовут его Стив Реннер, вот как вы видите на фотографии. Начал он свою деятельность в 1998 году. В 2006 он основал саму компанию. В 2008 стартовали прямые продажи услуги VWebs и системы AdView. Далее немного позже более подробно объясню, что такое. В 2011 году запустилась поисковая система Access. И в 2013 запустились мобильные услуги и услуги для бизнеса. Теперь я хотел бы рассказать, что такое вообще интернет, имеется в виду. Какой в нем потенциал сейчас, во что он сейчас превратился. В 1991 году всемирная сеть интернет стала общедоступна для людей. За это время интернет превратился из простой сети в 1,5 триллионную индустрию. Это действительно так. Вы сейчас сами понимаете, да, сейчас вот интернет практически везде. В телефонах, в компьютере, в телевизоре. Везде сейчас. Можно сказать даже то, что мы уже зависим полностью от этого. Без интернета уже никуда. В следующем слайде хочу показать активность в интернете, которая происходит в минуту. Вот на данный момент, пока я сейчас все это провожу, что происходит в интернете, какое движение. Вот как вы можете видеть, то, что... Вот смотрите, 694 тысячи поисковых запросов происходит сейчас, в данный момент, вот в минуту. Столько людей сейчас ищут, это где-то средняя статистика. 168 миллионов писем отсылается в минуту. 1500 новых блогов, точнее новых статей для блога выходит. А 60 новых блогов выпускается. В минуту 60 новых блогов выходит в свет. 70 новых доменов регистрируется. 600 новых видео грузится. 13 тысяч iPhone приложений загружается на телефон. Ну вот, как вы видите, то, что какое движение. На следующем слайде все так же, та же статистика, только уже на русском языке. И хотел бы отметить то, что компания Access сейчас, на данный момент, она вот в этой нише, относится к этой нише. Почему? Потому что у Access уже есть свой поисковик, поисковая система, Access называется. И в ближайшем будущем ожидается выпуск продукта, это уже своего видеохостинга, наподобие YouTube. В 2015 году, я бы хотел вот отметить, понадобится 5 лет для того, чтобы просмотреть видео, которое загружено за одну секунду. И вот даже здесь вот прочтите то, что в минуту 30 часов видео нового грузится в интернет. Здесь уже сразу можно понять то, что в интернете на данный момент сейчас основная масса денег крутится.
Это вы уже можно понять. Представьте себе, что на секунду, если бы вы имели бы хотя бы 1% с этого рынка. Вот именно Access на данный момент предоставляет эту возможность. В принципе, все вот эти компании, которые сейчас здесь вот изображены, они зарабатывают в основном на рекламе. Для простых пользователей все это предоставляется бесплатно. А для предпринимателей, бизнесменов, там, для тех людей, у кого есть свой бизнес на земле или так в онлайне, для них, естественно, платно. И у Access та же самая схема, только есть небольшое отличие. Далее я подробнее объясню, что за отличие. Здесь я бы хотел показать направление компании Access, какие сейчас у них направления взяты. Это вот первое направление, это поисковая система, как я и сказал, что уже есть. Второе направление это доменные хостинги, это называется Access VWebs. Доменные хостинги, создание сайтов, есть специальный конструктор. Далее рекламные услуги, баннерные, контекстные, реклама сайтов, мобильных сайтов. Мобильные услуги, создание мобильных сайтов, мобильные приложения и бизнес-справочники. Все для бизнеса, инструменты для бизнеса. Теперь давайте разберем более подробно эти направления. Первое вот рекламные услуги. Как вы можете видеть, то что Access предоставляет рекламировать баннерную рекламу, контекстную рекламу и рекламировать сайт. И в том числе еще и поднимать его авторитет в интернете. Здесь я хочу показать основной инструмент. Это направление Access AdView. Называется он ротатор. Каждый партнер компании обязан ежедневно просматривать минимум 25 сайтов и оценивать их по 30 секунд. И за это компания делится своим ежедневной прибылью. Ну, я далее подробнее объясню, как это происходит. Ну, как вы видите, здесь вот появляется сайт рекламодателя. Здесь мы вот оцениваем сайты. Тут вот кнопка «Продолжить серфинг». Здесь я хочу как бы образно показать вообще конкуренцию в интернете. Как бы своими словами хочу объяснить конкуренцию в интернете, как она происходит, вообще движение. Давайте представим, что вот эта яма, это и есть интернет. Это глубокая яма. Вот эта волна, вот эта вот верхушка, это верхушка интернета, поверхность интернета. Вот эти люди, это трафик, это потенциальные клиенты, покупатели. Это вот мы, потребители. Мы видим только вот эту поверхность интернета. Как вот это можно понять? Каждый, наверное, ну, пользуется поисковыми системами, ищет что-то в интернете и видит такую картину, когда что-то ищет внизу. Появляется вот столько-то вот страниц, как вы видите. По статистике, человек просматривает первые две страницы. Я лично сам просматриваю первую страницу только. А представьте, сколько страниц остаются позади, там в глубине. Это не значит то, что эти сайты плохие, просто они плохо раскручены. Они молодые, можно так сказать. Вот, к примеру, давайте представим то, что вот открылся новый интернет-магазин. Он по-любому попадет на дно. И для этого, чтобы ему попасть на эту верхушку, на вот эти первые страницы, ему надо платить, продвигаться. Рекламировать свой сайт, продвижение делать. И даже если он выйдет на эту поверхность, ему надо будет еще там удержаться, потому что конкуренция не спит. Такие же аналогичные сайты выходят. Вы видели это движение в минуту. И они тоже все хотят быть на первых местах. И в связи с этим можно сказать то, что вы понимаете то, что реклама сейчас это продукт, который всегда нужен. Любой бизнес на земле, в онлайне нуждается в рекламе, потому что без нее он никак не сможет развиться. И вот благодаря Access, точнее ротатору, можно будет продвигать
рекламировать сайты. Далее я хочу показать сам поисковик, поисковую систему Access. Называется Access Search. В принципе, ничем не отличается от других поисковиков. Тоже такая же поисковая строка. Все так же работает. Только есть одно отличие. Отличие в том, что любой участник, любой потребитель может пройти, не обязательно партнер компании, может пройти регистрацию бесплатную компании и пользоваться этим поисковиком. И при этом, что за то, что он пользуется, он зарабатывает такую внутреннюю валюту, как называется она, iReward. 1000 iRewards это равно $1. В принципе, деньги не такие большие, как бы, ну, можно сказать, мелочь. Но с учетом того, что компания, с учетом того, что другие поисковики такой возможности не предоставляют, это вот есть отличие, которое я еще до этого упомянул, это есть отличие компании Access. То, что она платит за то, что пользуется их продуктами. Теперь Access направление VWebs. В этом направлении, как я и сказал, что есть возможность регистрации доменов, регистрация хостингов, также создание сайтов, блогов. Есть специальный конструктор сайтов. Любой человек, не обязательно ему знать какие-то языки программирования. Все там легко и доступно. А вот касающийся доменов и хостингов, я бы хотел как бы вкратце объяснить, что это такое понятие. Домен, по сути, это адрес сайта. Это вот, к примеру, www.access.com или www.google.com. А хостинг – это где хранятся сами сайты. Это для этого специально открывают такие здания, называют их дата-центры. Вот как вы видите на фотографии, вот такие шкафы. Тут хранятся все вот эти вот файлы сайтов разные. По-другому это называется еще сервера. Можно вот образно представить, что вот давайте представим, что вот эта папка, это и есть сайт. Название папки будет домен являться. Содержимое папки это сами файлы сайта. Имеется в виду там текст, картинки, контент сайта. Флешка это будет хостинг или по-другому сервер. И вот в данный момент как бы эту папку помещают туда и хранят там. Это я так образно хочу показать, потому что некоторые с этим не знакомы. Теперь мобильное направление в Access. Какие возможности есть? Есть возможность создания мобильных сайтов. Также их продвигать. Далее есть возможность создания QR-код. Что такое QR-код? Это по сути штрих-код, который можно зашифровать любую информацию, например, номер телефона, адрес сайта, ссылку на видео или какой-нибудь другой текст. Ну, неважно, можно придумать. Вот как вы видите на слайде, то что какие применения находят этому. И с помощью любого смартфона можно будет это сообщение считать, этот шифр. Сейчас у современных телефонов сейчас входит эта программа стандартная. Далее я хочу тоже рассказать мобильное направление. На этот раз уже приложение для мобильных телефонов. Это программа Messenger для быстрого обмена сообщениями. Типа WhatsApp, M-Agent. Называется она UChat. Особенность этой программы среди других программ. Это то, что есть возможность общения в режиме видеоконференции до 5 человек. 4 человека, включая вас, 5-го. Поверьте мне, такой функции я не видел нигде еще. Точно могу сказать, что в Skype этого нет. Я сам вот проверял лично. У меня сам Skype премиум аккаунт, даже при таком нет такой возможности. Ожидаем этот продукт в конце апреля. Сейчас он проходит тестовый период. Когда этот продукт когда выйдет, я уверен, что многие начнут им пользоваться. Соответственно, компания начнет расти. И, соответственно, обороты компании будут повышаться. Ну а о доходах чуть позже.
Так, далее я хотел бы еще сказать одно направление. Это направление игры. Игры онлайн. Access тоже охватил этот рынок. И вот это первая игра сейчас вот, которая есть. Здесь человек тоже вот может, играя, зарабатывать те же iRewards, как я и говорил, что за пользование поиском тоже iRewards зарабатывают. Насчет игр, вы сами понимаете, сейчас в наше время игры уже обогнали кино по оборотам, особенно онлайн игры. В принципе, о продуктах, о направлениях компании я рассказал. Хочу добавить то, что компания ежеквартально будет выпускать по одному продукту, например, как YouChat, который будет конкурентоспособный на рынке. По сути, компания собирает тут все, что есть в интернете, лучшее в одно место. Вот Стив Реннер, основатель компании, обещал, что скоро выйдет такой продукт, который совершит революцию в интернете. Ну, конечно, подробности он не говорит. В принципе, вот этими продуктами партнеры компании могут пользоваться сами и также их распространять по желанию, продавать. Теперь я хочу рассказать о маркетинге компании. Итак, лидирующий план выплат в Access. Access платит каждый день, ежедневную. Вот как они распределяют ежедневную прибыль. 30% компания забирает себе. И 70% ежедневной прибыли отдает нам структуру. Из них 35% разделяет среди всех партнеров за то, что мы просматриваем и оцениваем минимум 25 сайтов. И 35% комиссионные распределяет для тех людей, кто решил расширять свой бизнес, привлекая новых партнеров компании. Компании есть три пути для заработка. Первый путь – это, как я сказал уже, просмотр сайтов. Второй путь – это прямые продажи, имеется в виду продуктов компании. А третий пункт – это построение структуры. В принципе, никто не запрещает объединить эти три пути в одну. Компания это не запрещает, то что есть возможность все совместить. Далее я хочу рассказать, какие нужно действия, ну как, чтобы начать зарабатывать в Access. Что нужно сделать? Первое, это оплатить годовую оплату 59 долларов 95 центов. Купить, для начала выбрать и купить один из пакетов. Далее я расскажу, какие это есть пакеты. Потом третье, начать работу на ротаторе. Это имеется в виду просматривать сайты минимум и уже тогда начать зарабатывать. И четвертый шаг это по желанию, как я говорил, то, что строить команду. Ну, это выгодно. По-любому выгодно. В том плане то, что вы сами понимаете, если иметь один магазин или сеть магазинов, есть большая разница. А теперь бизнес-пакеты. Какие есть бизнес-пакеты? Вот как вы видите, цены от 500 долларов до 10 тысяч доходят. В эти пакеты также входят инструменты различные. Я их здесь не перечислил, потому что их там много. Просто один момент я хотел подчеркнуть, что в них входит. Это iPoints. Далее я объясню, что это такое. Вот количество iPoints. Чем дороже пакет, тем больше iPoints. Моя рекомендация начать бизнес в Аксессе рекомендуется с 2000. Это моя чистая рекомендация, это оптимальная сумма. Я сам так начал. Далее хочу объяснить, что такое iPoints. В компании Access мы зависим от двух вещей. Первое это, ну, наш доход зависит от двух вещей. Первое это ежедневная прибыль компании, и второе это количество iPoints. Вот как я ранее говорил, то, что компания делит 35% прибыли, разделение прибыли идет. Вот представьте то, что вот этот пирог, это и есть 35%. Вот, а эти корзинки это люди. Точнее, люди с корзинками, так можно сказать. И у кого больше iPoints,
у того, соответственно, больше корзинка. Но вот они прибыль нам дают 35%, и теперь как она распределяется? Соответственно, у кого больше корзинка, тот больше возьмет. У кого меньше, тот меньше возьмет. Это зависит от количества iPoints. Также я хочу сказать то, что в компании есть такое понятие, как репокупка. Изначально у всех партнеров, когда только новых партнеров, по умолчанию уже в личном кабинете уже стоит такая функция, как 50 на 50, 50%. Это значит то, что, к примеру, если ваш доход в день составляет 100 долларов, из них, значит, 50 долларов идет вам в карман и 50 долларов на покупку iPoints. И имеется в виду увеличивание iPoints. Соответственно, это уже плюс идет, то, что как бы расширение идет. Можно же, конечно, ставить больше процентов на репокупку. В компании полностью прибыль нельзя забирать. Минимально только вот стоит 50 и максимально стоит уже полностью на репокупку идет. На покупку iPoints. Раньше такой функции не было в компании. И большинство партнеров могли забрать полностью всю прибыль. И что многие из этого делали так. И здесь я просто образно как нарисовал то, что многие гнались как за золотыми яйцами, забыв о том, что кто их несет. Должен быть баланс. Это по-любому везде. Это можно сравнить так, что если вы владелец магазина, и если вы будете забирать всю прибыль, что потом будет? Полки начнут пустеть. Это естественно будет. Надо что-то половину как бы подпитывать свой бизнес. Далее хочу показать то, что мы зарабатываем, можем дополнительно зарабатывать, когда мы работаем на ротаторе. Как я и сказал, минимум надо просмотреть 25 сайтов по 30 секунд. Но рекомендуется просматривать 100 сайтов. Это максимальное количество в день. За это мы зарабатываем 100 iRewards. Как я сказал, что это такое? Это 1000 iRewards, это 1 доллар. Я лично отношусь к этим iRewards как к 13-й зарплате. И получаем также 200 iCredits. Что такое iCredits? Это, я считаю, это сейчас ценный продукт, ценная валюта внутренняя. Один iCredits равен одному показу рекламному. С помощью этих iCredits мы можем рекламировать свой сайт или сайт рекламодателя. Сейчас это вообще ценный продукт, ценная валюта. Далее я хочу рассказать о карьере в Аксессе. Какая здесь есть карьера? Статусы здесь такие. Консультант, золото, платина, бриллиант, голубой бриллиант, черный бриллиант. Как вы видите, вот какие у них уровни есть. Здесь я просто написал до 8 уровня. Вообще здесь не заканчивается на 8 уровне. У черного бриллианта достигает аж до 70-го. Это так. Также здесь есть такой бонус, Fast Start бонус называется. Это за привлечение нового клиента, нового партнера. Вы получаете вот такие вот проценты. По сути, что эти статусы нам дают? Дают они просто длину руки, я так могу сказать. Чем выше статус, тем у вас длиннее рука, тем вы глубже будете брать у своей структуры. За каждую транзакцию, движение, покупки там внизу, вы будете какой-то процент от этого брать. В компании рекомендуется минимум пригласить троих людей. Это рекомендация. Конечно, никто не запрещает приглашать больше людей. Просто три человека – это самый оптимальный момент. И в компании то, что если вы приглашаете первого человека, вы уже от него получаете доход. Конечно, все это зависит от человека. Далее хочу сказать о заработках. Ну, именно заработки. Какие здесь суммы? Тут есть возможность зарабатывать 50 долларов в день, 100 долларов в день. Тут нет такого понятия ежемесячный заработок. Здесь понятие в день. Сколько ты зарабатываешь в день? Например, 500 долларов, 1000 долларов. Это зависит от человека. Это не инвестиционная компания. Нету фиксированного заработка. Просто предоставляют инструменты, и человек сам решает, как он будет зарабатывать, как он хочет.
Далее хочу показать вот топ-лидеров Access, а именно топ-лидера это Аня Жанг. Вообще она из Китая. Живет она сейчас в данный момент в США, в Америке. Этот человек действительно сделал огромную работу в этой компании. И он, ну, она вышла, ну, у нее сейчас статус самый высокий, это черный бриллиант третьей категории там. И я бы хотел еще показать ее скриншот выплат, вообще ее ежедневный заработок. Это еще только-только, когда она начинала, еще старый скриншот. Как вы видите, суммы вполне уже внушительные. На данный момент, сейчас она, я точно знаю, что где-то в день 20 тысяч есть. Это, конечно, для некоторых это шокирует, то, что когда рассказываешь такое, говоришь. Некоторые даже и не верят. Но это так. Этот человек сделал большую работу, чтобы до такого дойти. Далее хочу показать тоже вот скриншот. Это уже казахстанский партнер из Казахстана. Он просил не говорить его имя, не представлять. Тоже вот какие сейчас выплаты идут у него ежедневные. Далее тоже человек из Казахстана. Тоже вот любезно предоставили свой скриншот своего личного кабинета. Это вот ежедневная статистика. Вот какие выплаты. И далее я хотел бы показать свои выплаты. Что я сейчас в данный момент получаю. Я только недавно как бы, признаюсь честно, начал этот путь. И у меня сейчас все только начинается, как вы видите. Насчет доходов, ежегодных доходов компании. Какие были у меня доходы? В 2012 году, как вы видите, 89 миллионов компания заработала. В 2013 году 250 уже. И в 2014 году они ожидают 1 миллиард оборот. Как можно заметить, то, что компания с каждым годом набирает оборот. Также компания ежегодно проводит конференции в Лас-Вегасе, приглашает партнеров, которые там достигли каких-то результатов в компании, достигли там статусов, вручает им различные призы, в том числе и автомобиль. Так, как вы видите, вот здесь вот в каких странах проходили конференции по всему миру. Люди там активно сейчас участвуют, работают. Вот такой автомобиль дарят компания тем, кто дошел до последнего статуса. Официально вручает его в Лас-Вегасе марки Mercedes. Также я хочу рассказать о службе поддержки компании. Компания поддерживает 8 языков. Служба поддержки поддерживает 8 языков, включая русский. Я сам лично неоднократно туда звонил и звоню, обсуждаю разные вопросы, касающиеся маркетинга и технических вопросов. И вообще я такого еще нигде, ни в какой компании не встречал, чтобы можно было так напрямую сразу позвонить и обсудить. Далее я хотел бы рассказать еще немного истории о компании. То, что компания прошла федеральную проверку. Ее подозревали в 2010 году, что, ну, это финансовая пирамида. В связи с чем такие обвинения выдвинули? Потому что в компании за короткий срок существования появилось много миллионеров. Ну, в том числе Ани Жан, как вы видели, скриншоты, выплат. И просто, ну, правительство, правоохранительные органы, они просто обратили на это внимание и решили проверить эту компанию, заморозив их счета, компьютеры, сервера, все взяв на проверку. Вот этот скриншот, эта фотография, это реальное фото с места, как это вот все забирали. И в течение года компанию проверяли полностью. И в оконцове, что вышло, то, что компания доказала то, что все легально, все в рамках закона. То, что она не переплачивала никому и не доплачивала. И правительство разморозило их счета и дало добро.
Вы сами понимаете, это огромный плюс в сторону того, что компания надежная. Не каждая компания сейчас проходит такую проверку, сможет пройти, то есть это мало таких компаний. Здесь я бы хотел рассказать, какие возможности вообще Access дает нам. Это построить семейный бизнес. Это действительно так, то что есть возможность передавать по наследству свой бизнес, юридически его переоформлять. Также работа дома, ну, я имею в виду то, что более свободный график, и создание пассивного дохода. Я имею в виду то, что компания скорым временем, через 2 года где-то, собирается выходить народное IPO, сделать акции доступные всем. И в данный момент сейчас у партнеров будет возможность купить акции по льготным ценам. А вы сами понимаете, сейчас, когда какая-то компания выходит на такой уровень, ее доходы вообще, ее обороты уже на другой уровень переходят. Сразу взлетает. Вот, к примеру, взять и Google. В 2014, в 2004 году она впервые запустила свои акции, народное IPO. И с этого момента уже просто компания уже повернула вообще в другую сторону. Сразу взлетела. И те люди, которые только тогда компанию вложили в Google, первые инвестиции, инвесторы, сейчас вы представляете, да, что какие у них сейчас обороты идут, какую прибыль они получают от компании. И просто я хочу еще сказать то, что в Google сейчас в данный момент зарабатывают это владельцы компании, основатели, и те люди, которые тогда только им поверили в то время, инвесторы. А компания Access, она пошла по другому пути, она сделала компанию народной. За счет нас они вот собираются выйти, занять свое место в интернете. Далее насчет вывода денег. Всех это интересует. Насчет вывода денег вопросов никаких нет. Все работает как часы. Есть специальная у них платежная система, называется VCash. Также вот с помощью такой карты можно будет выводить ежедневно. Минимум вывод минимальный 50 долларов. В любом банкомате мира все без проблем выводится. Ни одного случая я не слышал, не видел, чтобы были проблемы какие-то с выводом. Теперь я бы хотел показать одну вещь. То, что, точнее, поделиться экраном. Сейчас, минуту, подождите. И показать вам такой сайт. Это независимый сайт, называется alexa.com. Этот сайт фиксирует как бы активность любого сайта в интернете, имеется в виду его популярность. И сейчас я бы хотел показать просто, как обстоят дела у Access. Вот сейчас, в данный момент, я хочу показать. Так, Алекса сейчас обновил свой внешний вид. Так, Access. Access.com. Как вы видите, в данный момент, что сейчас происходит? Сайт Access занимает 436 место в мире среди всех сайтов. Вы представьте, сколько сайтов в мире. Это вообще там куча. И среди них он сейчас на 436 месте. Ниже я хочу вот показать именно этот момент, то что в какой стране сейчас лидирует Access. Это, как вы заметили, сейчас Китай. 77% занимает сейчас Китай. Китайцы сейчас активно пользуются этими продуктами и вообще продвигают этот бизнес довольно успешно, как вы видели, Анижан, например. Я имею в виду, теперь хотел показать именно Казахстан. Вот смотрите, Казахстан. 0,42% всего активности. Это не значит то, что все, акцесс там не
неизвестен. Просто рынок открыт сейчас, я имел в виду. То, что есть возможность сейчас построить очень прибыльный, очень долгосрочный бизнес и действительно решить долгосрочные проблемы на долгосрочный срок, я бы так даже сказал. Рынок открыт. В России даже тоже 1,7%. Ну, как вы видите, Китай вот 77%. Я, в принципе, все. Если есть вопросы, задавайте, пожалуйста.